Здравствуйте, уважаемые члены Президиума, коллеги и слушатели. Вашему вниманию представляю доклад на тему особенности прегравидарного обследования при некоторых гинекологических заболеваниях перед ЭКО. Прегравидарное обследование, в том числе и при бесплодии, очень обширно. Производится обследование состояния репродуктивных органов женщины, а также ультразвуковое обследование, которое не всегда учитывает состояние слизистой оболочки матки. Наше исследование посвящено именно этой проблеме. Актуальность лечения бесплодия в современной медицине обусловлена не только растущей частотой нарушений репродуктивной сферы у супружеских пар фертильного возраста, но и сохраняющей достаточно высокой эффективностью имеющихся методов лечения бесплодия. Так, частота бесплодия в настоящее время составляет 15-20%, из которого на женское бесплодие приходится 50-60% супружеских пар. Последние годы, благодаря применению новых вспомогательных репродуктивных технологий, достигнуты значительные успехи в лечении бесплодия. В то же время частота положительных результатов экстракорпорального оплодотворения остается достаточно невысокой. По данным различных авторов, она колеблется от 30-42%. В некоторых странах эффективность ЭКО достигает 50% и более. В России 35-40%. Нас заинтересовала эта проблема достаточно невысокой эффективности такого метода лечения бесплодия, как вспомогательные репродуктивные технологии, а именно экстракорпоральное оплодотворение. Также надо отметить, что эффективность ЭКО много зависит от причины бесплодия. Разные авторы обращают внимание на самые частые причины бесплодия. На данной диаграмме видно, что причинами женского бесплодия являются чаще всего поражение маточных труб, трубно-перитониальный фактор, эндокринное бесплодие, эндометриоз, а также сочетание этих разных факторов. Одной из важнейших причин является патология матки. Миома, аденомиоз, пороки развития, результаты перенесенных воспалительных заболеваний, хронический эндометрит, болезни Шермана. На наш взгляд, недостаточно уделяется внимание состоянию эндометрия. Имеет значение, конечно же, не только наличие беременности, но и процессы вынашивания. На этом слайде видно, что достаточно часто происходит прерывание беременности. Это самопроизвольные аборты, составляющие 33,3%, замершие беременности 53,5%, нематочные беременности 12,4%, врожденные пороки развития плода 0,8%. Неэффективность ЭКО, отсутствие имплантации без бластоцисты и невынашивание беременности после трансфера эмбриона часто связано с наличием патологии эндометрии слизистой оболочки матки в виде тонкого эндометрия и нарушения кровоснабжения матки. В свою очередь, подобные патологии чаще всего встречаются после перенесенного эндометрита. Как уже отмечалось, самой частой распространенной причиной женского бесплодия являются воспалительные процессы гениталий. При хроническом эндометрите происходит изменение именно функциональной способности эндометрия, а именно нарушение рецепции процесса, очень важного в нидации плодного яйца и дальнейшего развития беременности. Целью нашего исследования было выявление пациенток в программах ЭКО, перенесших воспалительный процесс гениталий с поражением слизистой оболочки матки. Изучалось состояние эндометрия с помощью измерения толщины во вторую фазу менструального цикла, 19-23 день, и состояние субэндометриального кровотока, а именно в базальных артериях в первую фазу менструального цикла, 5-7 день. В группу исследования были включены женщины с бесплодием и проведенными программами ЭКО. Программы ЭКО проводились в клиническом перинатальном центре Саратовской области, отделении вспомогательных репродуктивных технологий в 2018-2019 году. Для исключения других причин неэффективности экстракорпорального оплодотворения в группу исследования нами были включены женщины в возрасте 26-36 лет с отсутствием экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, препятствующих нидации плодного яйца. Итак, за два исследуемых года произведено 1233 программы ЭКО, из которых диагностирована беременность 547. Из проведенных данных видно, что эффективность ЭКО составила 44,3%, а процент пациенток, вставших на учет по беременности, еще ниже, это 24,4%. На данном слайде представлены данные о неэффективности программы ЭКО, что соответствует 55,7%. Ретроспективно проанализированы данные истории болезни пациенток с ЭКО также за эти года. В количестве случаев всего 407. Из них с воспалительным анамнезом было выявлено 386. Это хронический сальпингоафорит, эндометрит, вагинит, эндоцервицит. Подтвержден
эндометрит имелся у 247 пациенток. Из них 93 выявлены с тонким эндометрием, а также с нарушением кровотока 48, из которых отмечалось повышение индекса резистентности, и в 6 случаях полное отсутствие кровотока в базальных артериях. В контрольную группу были включены пациентки с удачным завершением программы и имеющие нормальные изучаемые параметры. Изменения толщины эндометрия. Тонкие эндометрии выявлены у 93 пациенток. Толщина эндометрия, в котором составила 7,46 мм. Эндометрия в контрольной группе составил нормальный показатель 10,41 мм. Состояние кровотока также изучалось при доплеровском исследовании в базальных артериях матки. В основной группе он составил 0,59, что является показателем резкого снижения кровотока в этой области, а в контрольной группе он не отличался от нормы. Итак, все вышеизложенное, отраженное в сводной таблице, можно сделать вывод, что в группе женщин, перенесенных эндометрит, значительно изменяются как толщина эндометрия, так и значительно изменяется кровоток в базальных артериях матки, что препятствует нормальной нидации плодного яйца и развитию беременности. На следующих слайдах представлены эхограммы пациентки с хроническим эндометритом, где наглядно видно, что кровоток обеднен. На следующем слайде также представлена эхограмма пациентки с хроническим эндометритом с скудным обедненным кровотоком в артериях. Подводя итоги, можно сказать, что проблема хронического эндометрита при бесплодии и проведении программы КОВ актуальна. Перед проведением программ вспомогательных репродуктивных технологий для повышения эффективности необходимо обязательное исследование не только толщины эндометрия, но и состояния субэндометриального кровотока. При отсутствии нормальных параметров показано лечение хронического эндометрита, восстановление кровотока, коррекция толщины эндометрия. Спасибо за внимание. Жду ваши вопросы.